Друзья, приобрела на Розетке одну вещь и решила записать видео для себя, и, может быть, кому-то тоже поможет. Я приобрела на Розетке камеру. Камера мне эта не подошла по ряду причин. Не соответствует. Прежде всего, не соответствует цена-качество то, что написано на сайте. Обычно рекламу делают красивую. А когда покупаешь, оказывается, что это обыкновенный видеорегистратор. Еще у меня видеорегистратор 10-летней давности, китайский и намного лучшего качества, чем то, что я приобрела почти за 4000 гривен, 3999. Записала себе, бросаю вам. Может быть, кому-то это поможет. Есть законы, есть закон, который защищает права потребителей, поэтому вот, если что-то не подошло, не нравится, мы имеем право вернуть в течение 14 дней. Ну и хочется сказать по этому поводу, возвращаясь к истории моей жизни, возвращаясь вообще к истории человечества, как видим, человечество только начинает. Только приходит в жизнь, еще маленький ребенок уже тянет к себе игрушку. Ему хочется забрать. Но история нам дается для того, чтобы мы учились, развивались. А развитие это и делает нас культурными людьми. Культура это уважать другого, это не осуждать, это не забирать. Это то, чему учит нас история, и кто хочет развиваться, тот, конечно, учится. Ну а сейчас к главному. На Розетке приобрела товар, он мне не понравился, и далее смотрите видео. Купила экшн-камеру 28.05 на Розетке. Она мне не подошла по причине того, что мало информации на самом сайте Розетка об этой камере. Не соответствует цена-качество. Цена 3999 это не дешево, а качество дешевого видеорегистратора китайского. Плюс ко всему не указано, какая программа там установлена. И очень недостаточно написано в инструкции. Инструкция разработана некачественно. Сейчас повезу сдавать в Розетку. Время еще есть. Согласно законодательству, у нас есть 14 дней, чтобы сдать вещь, которая не подошла. Посмотрим, как работает Розетка в этом плане, как быстро они вернут мне деньги. Я им деньги платила по безналу в тот самый день. Насколько и как они работают. Посмотрим. Едем в Розетку. Сдаем камеру. 28.05, да, приобрели? Сейчас мы проверяем ее. Так, вот девочка взяла. Так. Я себе. Угу. Я себе пишу. Угу. Проверяем по комплектации. Не соответствует характеристикам. Что не соответствует характеристикам на сайте. Цена дешевого регистратора. И инструкция написана недостаточно грамотно. И не указана программа, которая установлена в саму карту. Так, вернула все документы необходимые, мы заполнили. Сегодня 2.06. И вернуть деньги мне на карту. А какое время? В течение 14 дней. В течение 14 дней. Плохо, что плачу день в день, а возвращают в течение 14 дней. Но это такие правила в Розетке, да? Вот это закон Украины такой. Все, сдала продукцию, получила такой акт.
Далее сказали, в течение 14 дней мне вернут деньги на карту. Ну, посмотрим.